Ну что ж, я вас приветствую. Продолжаем прохождение DS-очки 2. Так, мы остановились. Получается, убили драконьего всадника. Теперь попытаемся пройти к дракону самому. А, драконьего рыцаря, вот точно. Попытаемся пройти к самому дракону, который там наверху стоит. Но для этого нам нужно разобраться с этими ребятушками. Потому что пройти они не дадут. Угу. Вау. Чё-то я управление подзабыл. Забыл, что на правую кнопку атака. Привык, что на левую. Ну, почти. Отдыхай. Так, теперь белый рыцарь, иди сюда. Здесь лучше щит взять все-таки, потому что его вот эти атаки. Не всегда удается от них отскочить. Конечно, гениальная атака вот эта. Ничего не скажешь. Просто в секунду отскакивают и атакуют. Прикольно. Так, здесь еще их несколько. Так, этого успеть бы, конечно, забить. Так, этого успел. О, правильно, иди сюда. Чтоб тот не загрелся. Против двоих тяжеловато будет. Хорош. Хорош. И одну. Хорошо. Что у нас здесь? Синее око. Синее око. Ну давай, иди сюда. О. Хорошо. Так, главное от этого много урона не получить. Блять, щит, конечно, у меня убогий. Блять, классная атака. Вот, вот сейчас мне повезло. Он мимо махнул. Да, блять, можно я уже ударю? Мне нравится, что блок не ставится. Не успею, да? Вот после того, как он свою атаку делает и попадает по мне, я не могу сразу блок поставить. Ну, пойди в пизду. Блять, босса проще проходить. Вот серьезно. Все, у меня фасок нет даже уже. Два камешка. Не знаю, тратить неохота. Там еще такой белый сидит. Блин, огромного рыцаря легче убивать, чем этого. Он один. Он еще один. А, ну и загрелись, конечно, оба. Ну. Кто бы сомневался. Так, ладно. Один вроде отстал. О, нормально. Да блять, ну почему блок не ставится? Все, хилы нет, я не пройду уже.
Первый раз прошел бэкстап, по-моему. И лута из них никакого не падает. Какой-то бред. Давай, толстый, иди сюда. А тот не прибежал. Ощ, ощ. Ух, успел. На крополях. Так, что? Небесное благословение. Ну, такое себе, если честно. Так, давай ты. Блин, этот с пикой. У него атаки такие же. Интересно, или другие? Ага. Хорошо. Блин, урона, конечно. Вообще копейки. Так, ну у этого хотя бы атаки нет с этого, с отскока. О, нормально. Блин, повезло. Я до этого вообще не мог никому бэкстап провести. Так, а до дракона, интересно, я успею пробежать? Как вы думаете? Что-то мне подсказывает, что нет. Ну, полетели. Успел. Повезло. Нет, нет, нет. Знаете, что я вам скажу? Он палить будет сюда? Ну серьезно. Ну хватит. Хорош, 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 дай пожить. Пиздец. Прекрасно. Да, этого я не ожидал. Блин, опять их пробовать убивать. Если сейчас не получится, пойдем дальше по сюжету. Потом как подраскачаемся, вернемся. Так, а щит у меня есть получше? Ну вот, на 100 только я его, наверное, держать не могу. Ну, конечно. А сколько требуется? 16 силы. Ну вот, вот этот получше будет хотя бы, вроде как, чем тот, который у меня был. Ой, да. Ребята уже надоели мне. Ну иди сюда, блин, да ждет, пока второй подойдет. Дать на. Угу. Понял. Ну и что это за бред? Он ослеп? Ну и спрыгивай оттуда. Ну, уже фласку одну потратил. Ладно, съедим тогда камешек. Блять. Шикарная атака. Ну как это и выйдет, я не понимаю. Он то ее не делает, то два раза подряд. Да. Блин, и камень потратил, и одну пляшку выпил из туса. На одном бомже там.
Кайф. Я не помню, сколько раз их нужно убить, чтобы они резаться перестали. Хорошо, успел 4 удара сделать. Блин, ну 4 удара много, конечно. Не, ну на такого нормально 4 удара. Просто... Блять. На тех белых рыцарей слишком много ударов нужно. Чем это мне надо? Ну. Так. Как думаете, убьет он меня? Или нет? А, ну. В принципе. Вопрос закрыт. Да и, блядь, что это за атака? Все, хватит, блядь. Не хочу. Что это за бред, блядь? Он одну серию делает с разворота, мне сразу, блядь, на пол хп одной атакой сбривает. Классно. Интересно придумали. Мне очень нравится. А можно, чтобы у него серия атак вообще не заканчивалась? Он просто бил, 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 бил без остановки. Вот так поинтереснее бы, наверное, было. М-да. Ну и срань. Так. А, блин, сюда можно было и не идти, по-моему, да? Я ж костер открыл. Ну да, да. Я же открыл костер. Огненная башня, блядь. Ей, да. Так, идем в бухту. Не в бухту, а в пристань в эту, в безлюдную. Посмотрим, что здесь. Могу я пройти или нет? Вообще, по идее, смогу. Так, два удара на бомжа. Блять, стрелы с самонаводкой, конечно. Мне очень нравится. Блять, да ты можешь, ну камера, что ты мне, блять, показываешь? Можешь навестись на него? Угу, понял. Я понял, ребят. Да ты ебать, не спеши, не спеши. Времени-то очень много у нас, да? Попить, постоять, посмотреть. Понимаю, да. Так, забег как-то не очень начинается. Чувствую за эту серию. Возможно, и к боссу не дойду. Давай. Ну нет, блядь, почему он с ударом, блядь, отскакивает на 1500 километров, блядь, вперед? Да. Сейчас здесь еще пару раз умру, если пойдем в другое место. Что-то мне это не нравится вообще ни разу. Ну а чё, он огненной стрелой выстрелил и не поджег. Блять, да почему, сука, вы не станетесь?
Блять, конечно, ты попал. Ну конечно. Кто бы сомневался. Хотя бы успел бэкстап сделать. Я думал, не успею уже. Ой, блядь. Так. Угу. Блин, тут эти лабиринты, проходы, переходы. Запоминать нужно. Да почему, блядь? Ну что это за бред? Блядь, нет, мне это не нравится. Оружие уже. Даже обычные бомжи не стагарят. Ну, нет стана от него. Я бью, им вообще плевать. Абсолютно. Это чмо встанет, да? Самоцвет жизни, вау. Вот это лут. Там здесь ничего вроде бы нет. Ну, этот встанет, понятное дело. Ой, там еще 15 человек. А, блин, третий удар мне нужно делать. Блять, да зачем он развернулся? Блять, просто из-за того, что развернулся, пришлось, блядь, еще хилку выпить. Умная смола. Лут, конечно, тоже. Что это было? Так, это мне наверх, на самый же, да, нужно. Спрыгиваем. Да, если бы он меня убил, было бы как-то. Какой-то бомж с трех ударов забивается. Железная стрела, спасибо. Очень, очень классный лут. Лестница впереди. Да, да, ебать. Фикс. Ну, погнали наверх. Блять, и он успел мне сунуть. Я в шоке. А. Я был внизу, получается. Привет. Что это, я не знаю тебя, а ты не знаешь меня? Пусть дальше так и остается. Как странно ты себя ведешь. Обычно люди стараются держаться подальше при виде этой маски, но ты... Я потому что не ебу, что это за маска. Я Лукатиэль. Из Миры. Она за горами далеко на востоке. И вот я здесь, чтобы взять свою долю. До чего же это странное место? Даже слухи не могли подготовить меня. Чему? Действительно ведешь себя очень странно. Лучше избегать людей. А тебе захотелось подойти ко мне. Я вижу твое путешествие в самом разгаре. Если хочешь, я тебе помогу. Я из Мира, страны рыцарей, мой меч всегда наготове. Смело зови меня, чтобы не случилось, я приду. Да, блядь. Надеюсь, не понадобится. Икс.
Какой же у тебя слух классный. Ударь! Да, блядь, ну вот что за бред? Почему он, блядь, стоит, смотрит на него? Блядь, жму атаку, он стоит, еблом щелкает. Класс. И что, зачем я сюда поднялся? Непонятно. Меня раздражает то, что я нажимаю, получается, ну, захват цели, и меня просто разворачивает в абсолютно другую сторону. Пёсика с одного удара убил. Блять, все равно успевает. Ай, бля. Ебать. Как крыса хотел в спину топор мне всадить. Давай. Классика. Ну что, будем стоять, пока этот, наверное, да? КП не восполнится. О, да. Блядь, да ты откуда еще взялся? Внизу собаки. Блять, бомбу кидает или что там. Ай, блин, тут эти уродцы. Понял. Все, все, все. Бэкстаба по нему не будет, да? Как я думаю. Не, будет. Он практически ваншот. Нормально. Так, по чуть-чуть. О, блин, повезло, попал, блядь. Он так бьет по-уебански. Так, самоцвет есть. Такс, я туда пройду вообще за эту попытку. Или нет? Ощ. Так, ну ладно. Палаш. Не, палаш это дерьмо, да? Вот меч нормальный. Блять, а где палаш? Ну, 120. Ну, блин, у меня от огня урон хороший. Так, ну это ловушка, наверное, да, по классике? Ебать. Ой, блядь, какие твари. Ага, заебись. Ой, блядь, вас тут немного. Блять, и все равно попал. Так как меня бесит, что в кувырке неуязвимости нет. ХП потратил.
Тяжелые сапоги. Классно. Да, там еще сверху кто-то, да? Да, блядь, еще один. О, хорошо. А ну, ваншот, блядь, почти. Все нормально. Так, ну, потайных стен нет никаких. Блин, лучистый самоцвет. Да, блядь, еще один. Да почему, сука, блок не ставится? Ёбаная игра тупая, блядь. Это пиздец какой-то. Давай лучистые поставлю. Так, янтарная трава немного восстановит заряды заклинаний. Понял. Принял. Так, я в принципе прокачаться могу. Так, смола, не смола, не интересно мне. Снимает эффекты статуса. Ну то ладно, пусть будет пригодиться как-нибудь. И давай, тут еще 15 их, блядь. Да. Тут кто-то умер. Назад отпрыгивать сразу быстрее. Двуручный меч. Вот это, наверное, нормальная хуйня. Блядь. Чупа. Повезло. Серебряный талисман. Что это за убожество? Слившись с окружением. Понятно, дерьмо. А, блядь, вот это нормальная тема. Это хороший меч. 28 силы нужно. 2 сотки урона. Ущ. Ну вот его можно прокачать, пожалуй. Эй, бать, у меня этот сломался уже. Блять, пока дошел, меч сломался. Так, где я? Блин, я бы колокол сперва активировал бы, а потом бы уже, наверное, пошел бы шариться. А, это нам наверх нужно, да? Блять, двое. Ну, выходите сюда. Почему они успевают меня атаковать? А, все? О, ништяк. Так, это корабль, получается, прийти должен, да? Угу. Хорошо. Здесь что? Блять, косточка возвращения. Заебись. Так, ну 2 самоцвета, это неплохо. А я назад... Могу вернуться теперь?
Я там еще хотел пройтись. Ебать, вернулся. Ебать, игра ты ёбнута. Пиздец. Это только на косточке, типа, возвращаться. Блять, здесь высота не такая уж и большая же была. Я ебал. Блять, прорашить можно попытаться. В принципе. Собаку ёбну. Иди ты в пизду тоже. Псина, блядь, тупая. Ёбаный ты урод, блядь. Почему он кувырок не делает? И улетел, блядь. Сука, тварь. Ёбаная ты мразь, блядь. И где фляга с Эстусом делась у меня? Меч рыцаря Хейда, да, который хер выбивается, блядь, 20 человек там убил. Но, блядь, фляга пропала с Эстусом. Кайф. Я хочу просто вниз там спрыгнуть, посмотреть. Вот там. И тут же где-то еще шорткат открывается, чтоб... А, там... Там все равно где-то... Ебать! Такая локация приятная. Там где-то проходить все равно нужно кораблю же к боссу. А чтобы туда адекватно пройти, мне нужно мост опустить. Ой, блядь. Вот сюда я хотел спрыгнуть. А, ебать, точно, тут торговец. Это что? Блять. А, ну типа я проход к нему открыл. Кто ты? Гавлан. Гавлан Уилл. Гавлан. Гавлан, what soul? What you? With Гавлан, you will. А ну, давай. Так. Лепарду, наверное, да? Все равно мне не нужна. Топоры держи. Кортик. Пика. Блять, пусть пока побудет. Кинжалы. Не нужны мне, в принципе. А зачем я, блядь, это продаю? Ну, в принципе, так-то да, но это все дешевое. Типа толку с этого особого нет. Так. Открывает мастерскую кузнеца. Маджуля. А, ну я уже открыл. А, это типа аж у этого тоже можно было купить. Заброшенный дом в Маджуле. А, блядь, тормоз, это я не покупаю, это мои шмотки. Что это? Увеличивает баланс. Вита. Стрелы отравленные. Блядь, ничего, нет, давай я стрел накуплю тогда. Нет, поебень. Mm.
можно было сюда и не бегать, в принципе. Так, вот, блядь, корабль, правильно? Мне куда идти-то? А, так вот, все правильно, я сюда и пришел, куда нужно было. На эту сторону. Да, и вот здесь мост опускается. О, отлично. Самоцвет жизни и фигурка. Ну, вот это нормальный лут. Вполне. Так, ну вроде как я везде здесь был уже. А, вон там еще. Что-то за бомж сидит. Здорово, дед. Жизнь не явно. Ой, маг. Ну иди нахуй тогда, если тебя не интересует. Блять, эти лучники, это что-то с чем-то. Так, ну что? Вот, в принципе, и босс. Бля, там интересное что-то есть у них? Они что-то интересное охраняют? А. Да, блядь, куда ты разворачиваешь меня? Есть смысл их убивать? Не, ну ты, блядь, ёбнутый. Ну, я не знаю, это, блядь, вообще полный бред. Лучше, наверное, все-таки атаковать и одну тычку принимать. И он блок не ставит. Просто не ставит свой щит конченый. Стоит, смотрит, блядь. Блять, я опять лучник. Блин, а урона-то маловато. Чё, погнали. Все, я новый капитан. Let's go. Зачем я сюда поднимался? Чтоб хил потратить только. Меч. Что за меч у тебя? Хуета. Ни лута, ничего нет. Зашибись. Так, блин, а босса я, интересно, убью или нет? Мне кажется, у меня урона мало. Ладно, поехали. Угу, понял. Гибкий часовой. Ну. А как с ним драться? О, да, блядь. Понимаю. Блядь, серия атак этих, блядь, легендарный. Что у босса, что у моба, блядь. Так, а с каким легче драться? Я пока не вижу, когда мне бить. А, ну после вот этой атаки, в принципе, можно. Ну,
Ага. Блин, ну... Поздно я пропалил, как с ним драться. Так, ну нужно, получается, драться именно с этим. Потому что уже... Атаки знаю его. Успел. Ну давай, верхнюю. Блин. Блин, два удара. Блять, я не понимаю, что с этим дерьмом не так. Почему он стоит? Вот я сделал кувырок, я жму атаку, он просто стоит, смотрит на него, блять, ничего не делает. Это уже не первый раз такая херня. Он не ставит блок, блять, не атакует. Просто стоит и смотрит. Ладно, за этот заход, в принципе, должен убить. Блять, два удара не хватило. Ёбнутый стоит, смотрит на него, блять. Хорошая атака. Блять, силу качать нужно. Чё, блядь, нужно стамину выкачивать. Чё, 2 метра пробежал, все. Стамины нет. Да, блять, давай спрыгни еще. Спасибо. Пизду. Так, нужно с этим, который с колотушками драться. Ну, верхнюю атаку. О, и верхняя. Нормально. Давай. Оп, и верхняя, дай. Нет, не хочет. Тыщ. 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 И мощную. Да, блядь, почему он мощную атаку не делает? Да ебал, блядь. Абраган, блядь, тупой. Блядь, 3 удара не успел сделать. О, и верхнюю. А, блядь. О, и верхнюю. Эш, эш. Да ты, блядь, посмотри на него, умный какой, блядь. Эш. И верхнюю. Эт. Эть. Да, блять. Не-не, не та атака, дружок. Во, эш. Почему я, блять, не попадаю? Ну, типа, слишком легко идет для меня, да, и пиздец. А, бля, это какие-то ящерицы. Блять, опять мимо. Блять, опять мимо махнул. Да что не так, блять? Что, блять, не так с этой конченной игрой, блять? 20 хп остается, я мимо машу своей, блять, палкой. Охуеть. То просто не бьет, стоит, смотрит, то, блядь, мимо машет. В упор, блядь. Моделька прям во мне, блядь, практически, сука, я не попадаю, блядь. Вот зато кто попадает. В другую сторону, блядь, стрелял, все равно попал. Блядь, какое же убожество. О, словами, конечно, блядь, не передать. Насколько я в ахуе с этой игры.
с этих, блядь, хитбоксов тупых, блядь. Ну, да, решил верхнюю не бить. Ну, опять решил не бить, да, верхом. Когда я шанс проебал уже на атаку, он, конечно, ударил. Вот почему второй удар мимо был? Он же, блядь, не уклонился. Он просто стоял, блядь. И я по какой-то причине не попал. Да, ебать, самый умный. Опять не попал, да, второй удар? Да, опять не попал. Он не бьет, блядь. Он просто не делает ебаную атаку. Я сделал кувырок, он стоит, смотрит, блядь. Ебать, я снесу нахуй эту парашу, блядь, с компа. Я охуеваю, что это, блядь, за бред? Атаки, блядь, не проходят. Стоит, блядь, смотрит. Босс просто, блядь, наипростейший. Вот зато пидорас, блядь, попадает. Блядь, еще раз попадает. Уебище конченое, блядь. Просто босс наипростейший. Максимально простой. Блять. Из-за того, что играть дерьмо, блять, невозможно последний удар сделать. Давай, блядь. Я шпирица, ёбаная. О. Я, кстати, раньше не замечал, что это, видите, ящерицы какие-то. Иди нахуй. Иди нахуй. Я шпирица, блядь. Душа гибкого уебана. Ну, блядь, 14 душ. Но 14 тысяч всего за него дали.
Неудивительно. Так, а в какую сторону идти? Не утонуть бы здесь. Блин, на прокачку хватит хотя бы. И тут мимик, блядь, на! Ой, блядь. Роман, ты хуево. Так, все. Поехали. Да, просто, ну, максимально изичный. Вот же. Вот локация тупая, блядь. Бабуса с первого раза мог убить, в итоге, блядь, 20 раз на него пришлось бегать. М-да. Так, и куда это мы? А я, по-моему, знаю, куда мы. Мы в ту же локацию, где мы уже были, нет? Так, по-моему, да. Давайте. Сила духа. Так, духом сильным. Влад впереди, так что может помочь прыжок. Ну да, вот здесь, наверное. Угу. Ясно. Блять, серьезно? Босса убил, костра нет. Еще и мобов, блин, поставили. Прикалываетесь, что ли? Но это, по-моему, та же локация, куда мы попали после, получается, убийства преследователя. Куда нас ворона отнесла. Только мы с другой стороны, наверное, будем. Это, получается, часового можно было и не проходить. Костерок найдем. А, он... Да, забытая крепость. Да, это, наверное, и есть же та самая. Да. Костер где-то здесь должен быть. Обычный плод. Обычный плод. И зачем он? Ага, вот и костерок. Так, отлично. Ну, я уже за кадром сгоняю в маджул, качну, наверное, что-нибудь и сожгу прах. Вот. Блять, серьезно. И на костер я теперь не сяду, да? Ой, да что ж такое? Кто тут вторгается? Сзади теперь дымная стена. Чего? Блять, ну мне еще искать духа этого. А, нахуй. А, на него же мобы, получается, реагируют. Блять, это игрок, наверное, да? О, ебать. О, блядь, иди. Гуляй. Ой, вот мудак. Все настроение под конец серии испортил. Так. Ну ладно. Все, что там? Подписывайтесь, не подписывайтесь. Лайки, дизлайки. Все, до новых встреч. Пока-пока.